Всем привет! Решил сделать небольшой обзор на свою карту. Извиняюсь, громко говорить не могу. Короче, узнал, что я можно в Расте делать свой локальный сервер бесплатный на своем компьютере. И узнал, что можно сделать свою карту любую, какую захочешь. И вот у меня в голову пришла сделать тематику типа постапокалипсис, сверху земля умерла и там сильная радиация и все спустились под землю. И вот я решил. 3 дня прошло у меня, чтобы учиться и одновременно создать вот этот мир. Мир маленький, но я его создал. Здесь у меня были дороги, то есть бочки на дорогах, но почему-то они пропали, когда я перезашел. Вот такое вот у меня маленькое место. Вот здесь, видите, можно строиться. Снаружи у меня это выглядит вот так. Чтобы оптимизация была, я сделал, чтобы здесь темнело, чтобы погода отключалась. То есть вот такая вот у меня мир, ничего нету, только под землей. Но это очень красиво вышло, и вам понравится, я думаю. Вот такой вот, это пещера, но будем называть купол. Хотел вот так полностью этот столб сделать, но это потом буду дорабатывать. Здесь такое место для постройки дома я сделал. Место для постройки дома тоже интересное. Так, кстати, медленно покажу вам все. Здесь у нас, ну, в основном топливо хотел поставить, но решил и остальные бочки еще такую вот вагонетку, или как она там называется. Здесь тоже у меня было очень много лута, ящик, то есть пара ящиков было. Почему-то ящики пропали. Животным надо еще разобраться, а не спавниться наружу. Не знаю, как сделать, чтобы они спавнились внутри, но думаю, невозможно сделать. Но потом все это уберу, чтобы они вообще не спавнились. Итак, все, переходим в следующую. Здесь я поставил камеру, но как-то я не смог зараз сделать так, чтобы она работала. Или не знаю, как это делается, но буду разбираться. Обзора на строительство базы очень-очень мало на самом деле. Здесь тоже у нас маленький домик, также можно строить. Здесь у меня тоже такая лодка упавшая. Здесь был лут. Не знаю, почему лут пропал. Это на самом деле обидно, потому что лут был красиво. Ну, как она там стояла. Здесь у меня тоже были подводные ящики. На дорогах у меня было очень много бочек. Здесь тоже у меня такая печка. Опять же, курицы тоже заспавнились снаружи, да, получается. Я здесь такую небольшую речку построю. А нет, снутри заспавнилось. Вот это уже неплохо. Это уже хорошо, что внутри заспавнились. Так, давайте пойдем дальше. Же не мешают. Так, сначала сюда, самое интересное. Это фарм. Фарм пещера можно назвать. Ну, смотрите, очень много деревьев здесь. Очень много руды. Можно приходить и фармить. Еды здесь много. Грибов много. Здесь тоже у меня была ящик под водой. Я сюда заспавнил рыбок. Вроде все работают. Но это почему-то не работает. Ну ладно. Здесь тоже у меня был лут. Лут опять, ну, ящики пропали почему-то. Тоже сфера большая. Купол большой. Вот и здесь много. Пока что здесь можно строить. Но с этими потом разберемся. Так, поднимаемся наверх. Здесь у нас ничего нету. Простая дорога. Так. Здесь пока что ничего нету, но здесь тоже будет в дальнейшем дороги.
Так, здесь у меня такая небольшая тренд-зона. Пока что не хочет меня пускать сюда. Здесь строиться нельзя, но здесь я придумал кое-что интересное. Вот такой вот бункер. Это вот к поездам, но я ее поставил сюда. И здесь тоже очень много лута классного. Но смотрите, здесь лут остался, кстати, но это не рабочие. Вот такие вот ящики остались, но это тоже оказалось. Считается, тоже оказалось просто игрушкой. Здесь у меня лут. Здесь у меня лут. Здесь лут. Здесь у меня тоже был лут, но я ее скинул. Здесь очень много лута у меня было на самом деле. Так. Все, здесь больше ничего нету. Так, откуда мы пришли? Давайте в эту сторону пойдем. Здесь тоже можно строиться. Здесь маленькое место на самом деле. Идемте дальше. Вот, смотрите. Вот такие вот ящики у меня в воде были. Короче, я запомнил, как они теперь падают. Давайте хотя бы покажу вам, что у нем есть. Надо будет чуть-чуть ее вижу поднять, чтобы она так не падала. Также у меня здесь есть лестница. Здесь сначала нужно поставить лианы, ну, чтобы было хотя бы что-то. А потом поставить текстуры лестницы, чтобы они поднимались. Такие фишки в игре есть, ну, в строительстве. Такс. Это надо будет исправить. Все время забываю. Пока что можно строиться. У меня здесь есть такой игровой автомат. Есть игровой автомат, переработчик, все виды магазинов, маленький ящик. Здесь у меня дверь. Здесь можно еще очень много всего придумать. Так, здесь ничего. Дальше идем. Ну, здесь я пробную все оставлял. Здесь у меня красная карта, синяя карта, зеленая карта. Здесь тоже можно идти строиться. Ну, здесь огонь и идет нам панамурон. Так, вот. Здесь у нас много бочек было. Ну и все, дальше ничего нет. Еще одна дверь, которую я закрыл. Так, магазин все. Ну, здесь я потом сделал тоже ПВЕ зону, тренд-зону. Так, откуда мы пришли? Так, вот отсюда, да? Так. Здесь тоже опять сделаю небольшую фарм-точку. Так, здесь снизу ничего интересного нету. Кроме вот такого бочки с комфортом. Так, где мы начинаем? Все, начинаем. Паркурить было немного сложно, так как я не очень опытен в этом. Я построил такой мостик здесь. Ну, короче, облегчил себе жизнь. Так, здесь у меня РТ. Ну, маленькая красная комната. Это привычки я поставил. Думал, как-нибудь заработает, но... Ну, все заработает, конечно, но, оказывается, я просто неправильно открывал. Вот. Какой-то РТ есть маленькая. Это пока что единственный РТ. Так, а вот здесь у нас уже идет выход наружу. Вот она зона. А, здесь тоже на самом деле много ботов, много ящиков и бочек, но... Они почему-то пропали. Здесь тоже бьет очень сильная радиация. Просто я сейчас отмену, и по мне не бьет.
Все развалины, то есть показывают, что здесь все умерло, и лучше жить под землей. Это визуально, чтобы вы знали, что здесь наверху ничего нету. Все это закрыто, то есть, видите, ограждение поставил. И все. Ну, вроде вам все показал. Такая вот классная получилась. Здесь, видите, пока что просто закрыл. Типа поставил решетки и все, и вот такой мусор. В дальнейшем можно будет здесь ее продолжить очень далеко. Вот, типа карта огромная, я только там одну часть здесь сети, можно сказать, сделал. То есть еще можно очень сильно ее расширить. Но мне карта очень сильно понравилась. Чисто в таком месте выживать. А, надо будет только дорог больше сделать таких. Можно даже поезда добавить, но это уже потом можно подумать. Вот. Очень классно все это выглядит. Просто некрасиво, что нет вот этих бочек на дороге. Ну вот такая вот у меня карта получилась. Надеюсь, вам она понравилась. Буду рад, если вы напишите свои пожелания, то есть что добавить, что убрать, что сделать. И вообще, нравится ли вам такая тематика, стоит ли этим заниматься. То есть мне очень сильно понравилось, я думаю, теперь этим буду заниматься. Ну и параллельно выживать, нормально учиться играть. А потом как-нибудь, думаю, свой сервер куплю официально и буду там уже выживать с людьми на таком же сервере. Но когда этот подземный мир станет намного больше. И думаю, мне кажется, что еще никто такого не делал. Но пока что в Ютубе такого точно нету. И вряд ли кто-то такое придумал. Хотя людей в мире много. По-любому кто-то придумал. Так что надеюсь, подземный мир вам понравился. Надеюсь, вы в дальнейшем будете следить за этим, потому что я реально собираюсь очень-очень долго этим заниматься. Всем пока.